короче, прекрасное место в Астане, да? То есть тут есть какой-то парк. Там этот мост новый. Получается, инсценирована торговля гранно музыкальных инструментов в исполнении коллективных танцев песен. Что такое? И какое веселье в Астане вообще? Стой. Так, типа я иду к нему. Южане, in the town. Привет! Мы идем по ботаническому садику. Садик, да? Да. Ну что-то он не похож на ботанический сад совсем. Да, мне кажется, здесь очень мало растений. Это тоже первое, что бросилось в глаза. Еще и в перчатках, чтобы комары меня не кусали. В палец, блин, я чувствую, у меня, по-моему, бровь. Кстати, вчера он очень незаметно меня укусил. Мне кажется, это комар летает внизу, или это мошка? Да, это комар. Офигеть, комар, это комар, комар, комар. Я смогу. Все, все, я смогу. Я тебе это покажу через месяц. Кай, скажи привет! Привет! Пожалуйста, я демонстрирую сейчас ability с моего ученика. Раз, два, три. Ding! Ding, girl! О, боже, дети, они так быстро растут. В общем, честное слово, погода в Астане сейчас как в Питере. В первые дни, когда я только приехала в Питер, просто у меня дежавю сейчас. You probably think that you are better now, you only say that 'cause I'm not around, would I give you anything, would I give you everything, oh, yeah, look at the sky, damn it. Все будет хорошо, я уверена. Астрокарта, нововведение. Астана Транспорт, Астра. Очень креативно. Это отдельная тема, конечно, тоже. Я просто хотела еще раз сказать то, что вот наши родители, кто мы без наших родителей? Мне тяжело живется в этом обществе именно из-за этого, из-за того, что я не хочу лишний раз кого-то там потревожить, лишний раз кого-то там затронуть. Ё-моё, какой у меня тяжелый рюкзак, у меня вечно тяжелые рюкзаки. Я драма-куин. Куин всех куинов по драме. Но, с другой стороны, я могу потом легко отпустить ситуацию. Или нет. Анара, впечатление от Астаны? Ну, пока мне все нравится. Пока мне нравится. Мне нравится, что здесь прохладно, свободно дышать, много просторно так. Да, кстати. Тебе тоже нравится? Да-да-да, именно что как дышать легче. Да-да-да. Не такой воздух загазованный, как в Алматы, да? Да-да, вот это вот. Сара, скажи привет! Это я потом тебе... Мы стоим в очереди за ним. Хай, жена Тавдыка Юна! Расскажи привет!
Вот мы, короче, концерт мы сходили на, посмотрели на МД и на Алию Капова. Было офигенно. Охренеть, талантливые, классные ребята. Ты Анара. Ивлеева или Тодоренко? А вот Мира Ивлеева, я Тодоренко. Мы снимаем репортаж, куда бы мы ни ходили. Нам очень понравилось, да? Только просто я замерзла, поэтому чуть-чуть поторопила Миру. А так бы мы. Ну ничего, да, реально холодно просто, но вообще охеренно. 6 градусов! Охеренно. Я никогда в такую погоду не была на концертах. Вот, можно тик сделать, чек. Они все кричат, молодцы, они остались там, чтобы дальше поддерживать. Может, они что-то там это... Блин, офигенно. Спасибо. Экспо там, или кто организовывал вообще. Спасибо нашей стране, ладно, я... А какие ожидания у тебя, потом это видео пересмотрим? Ага. Какие у тебя ожидания вообще от учебы, от универа, от жизни? Ну, здесь? Вообще я всего ожидаю интересное знакомство. А тебе? Это новое знакомство определенно, и еще знания новости. Полезные, имеется в виду, интересные знания. Да, чтобы было интересно учиться. Посмотрим, короче, это видео потом. А правда, еще смотри, мы такие сейчас тут, ну, расслабленные такие вроде, да, счастливые идем. Посмотрим на нас потом. Да, давай. Вообще ветер в Астане, он так накрывает на секунду три, а потом так резко прекратится, но опять накрывает. К этому, в общем, нужно привыкать тоже. Особо нечего говорить, нет каких-то даже сил, мне кажется, потому что завалили уже домашкой. Столько всего читать, это просто, да. Получилось двойка. У нас сейчас брейк. Аида кушает банан. Бульбану передает привет. Привет! Это моим подписчикам. Шучу, нет, у меня подписчиков. Ладно, короче, просто мы передаем привет и говорим, что все классно. Нет, можем так или вот так. Да? Анимация так спускается. А, все. Возвращаясь домой, даже если вы устали, даже если как будто у вас что-то сегодня не получилось, но вы продолжаете делать любимое дело, вы будете нормально общаться со своими детьми. Жить только с любимым человеком. Это постулат, казалось бы, господи, да, но уже весь мир это знает давно, тысячелетиями. К сожалению, большинство людей живут не так. Ладно, что мне 20 лет, я еще успею. Вы не представляете, как время летит от 20 до 30, а от 30 до 40. Да, это очень даже нормально, ходить в Астане с такой прической. Потому что, мне кажется, это бесполезно ее постоянно поправлять. Ветер все равно сделает свое дело и просто... Мы идем на концерт! Изначально она не хотела идти, поэтому я сегодня разговариваю. Я хотела, просто я просто не могла. Понимаете, не могла. А человек должен быть в положении. Ну, ты не могла. Сейчас ты смогла, да?
просто типичная Астана. О боже, тут реально опасно ходить. Она похожа на... как в Симее. Очень похожа. Можете снимать закаты? Это Иркали! Скажи привет! Привет! А то, что у вас они реально круто, это освещение и эти здания, да, горящие, тоже красиво. Да, да. Это так футуристично. Да. Смотри. Во. О, Ванар, танцуй. Ванар, это как видеоклип. На это да. Видео, да? Мне прям очень нравится в Астане, мне прям очень, да. очень нравится.